Патриарх Московский сия Руси Кирилл совершил чин освящения столичного храма в честь Иверской иконы Божьей Матери. Он возведен на Мичуринском проспекте при Академии ФСБ и входит в программу строительства новых православных храмов в Москве. На сегодняшний день в рамках проекта это самый высокий храм, 57 метров, который выполнен по подобию колокольни Ивана Великого в Кремле. Здесь установили 13 колоколов, самый большой из них весом 3 тонны. Над убранством работали специалисты из Российской Академии Художеств. Настенная живопись нижнего храма выполнена по образцам древних афонских монастырей. На счету инвесторов и генерального подрядчика уже 36 православных храмов, церквей и часовен. Это один из самых больших храмов в городе. Он построен на тяжелом месте. Здесь были овраги, поэтому здесь разработаны были специальные фундаменты. И храм стоит уже вот несколько лет, идут службы. Он очень высокий, сложные были конструкции, и строители подтвердили свое высочайшее мастерство работы. После освящения патриарх провел в храме торжественную литургию. На богослужении присутствовали прихожане, преподаватели и студенты академии.